Зачем же видеть такую сегодня? Какой сильный, аж свистит. Уже долго весна холодная. Вообще, я думаю, уже тепло. Да, в прошлом году потеплее было. Что, все холоднее, холоднее, да? Угу. Еще несколько дней так будет. Прям май холодный, вообще в мае уже вообще. Прям. Надеюсь, потеплеет. Потеплеет однозначно, уже солнце, да? Художница-то куда пропала, я в итоге не поняла. Да, значит, что-то нет. Молоко. Она сказала, могу через 2 часа. Что через 2 часа? Может, потом 2 часа ждать? Ты на такси приехала? На автобусе? Нет, на трамвай, потом пешком пришла. Ты видела, сколько такси сейчас стоит по городу? Мне приехать 500 рублей минимум, а то и больше. Они же как вот это все начались, эти события, они же там что-то посокращалось у них. И теперь вот я даже стиралку забирала, я не смогла вызвать курсовое такси никакое, ни Яндекс никакой вообще. Не знаю, я сразу 60 рублей, чтобы в центре города доехала. Ну, тут как бы немножко другая тема, тебе-то близко, а мне тут как бы... Ну да, ну конечно, бывает никогда прям дорого-дорого. Что не скажешь. Мне просто даже вопрос то, что я просто не хочу даже, ну как бы, такие деньги за такси, меня жамба задавит. Все ближе и ближе к истине.